Стать личным секретарем Толстого – величайшая честь. Я так рад, что вы приехали. Будьте здоровы. Иногда принимаю всех эти волнения. Я думаю, он один из пророков. Через него говорит Господь. Это невыносимо. Неудивительно, что мне так одиноко. В окружении безумцев. Как вы уже могли заметить, формальности у нас не в чести. Она же всем своим поведением дает повод для тревог. Да как вы смеете? Я такую жену, как вы! Я бы себе пулю в лоб пустил! Я по-прежнему твоя курочка. Он вся ее жизнь. Его труд – это их общий труд. Вы пали жертвой ее романтического вздора. Ты убиваешь меня! Да поезжай! Куда пожелаешь! Я делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста. Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни. Я бы хотела выразить свое возражение описанию этого фильма как о голливудском. Они вообще сделали то, что должны были бы снять в России. Мне картина безоговорочно нравится. Если это Толстой, почему так не похоже? Если это не про Толстого, зачем нужно было трогать великое имя?